Необходимо дальше проводить работу по проверке противопожарного состояния таких объектов, как Метро Кашинкери, ну там Ашан и всех остальных торговых комплексов. Потому что на территории торговых комплексов это тоже большие достаточно площади. Там очень много и горючих материалов, и пластмассы, и красок, и так далее. Тех материалов, которые тоже могут подвержены быть возгоранию и перерасти в достаточно крупные пожары. После того, как проверим все торгово-развлекательные центры, 11, которые у нас, сразу же такие же мероприятия проведем у нас на Вишняках. Для того, чтобы убедиться, что объект имеет антитеррористическую защиту и противопожарную безопасность. На первый взгляд, по-моему, будет достаточно много по этому замечаний, но тем не менее уже мы просто обязаны для себя определить план действий и начать проверку с Вишняковского рынка.